что это случится. Я уверен, что это случится. Это покорится нашим спортсменам. Юлия была великолепна. Несколько сотых секунды. И ну что ж, это спорт. Но с другой стороны, рекорд страны — это неплохо. Мне кажется, самая большая радость, которую мы испытываем, это видеть полные трибуны. Детей, которые видят эти соревнования, которые учатся мастерству у сильнейших пловцов планеты. Они учатся побеждать, они наверное, радостны от того, что именно ценности, вот эти спортивные ценности настоящие, которые мы пропагандируем, они здесь рядом. И, наверное, это самое главное — это видеть полные трибуны, радостные лица. И, наверное, вот то ожидание, ажиотажа, которое присутствует на этом кубке. В принципе, много было показано хороших результатов. Я рад за Женю Коротышкина и Юлию Ефимову, совершенно заслуженно получили главные призы. Что могу сказать, также благодарен всем звездам, которые посетили эти соревнования. Мне кажется, что все остались такими положительными эмоциями, и мы сможем, наверное, своей работой вдохновляться и дальше, показывать высокие результаты, приумножать успехи спортивные, и, ну, собственно, способствуешь тому, чтобы плавание было у нас на высоте, было любимым в стране, ну, и всегда было популярным. Владимир Валерьевич, ожидали, что трибуны будут наметиться на следующий год? Может быть, им придется на Джона Рида передать? Но я уже вижу, что, так сказать, интерес зрителей возрастает, то есть надо что-то будет делать, уже есть как бы мысли, как это сделать, вот. Но требует глубокого анализа технических возможностей. Я думаю, мы этим займемся сразу после окончания соревнований, так что о результатах сообщим. Есть более большое помещение, где провести? Вот. Какие варианты? Есть бассейн, который великолепный бассейн на улице Джона Рида, недавно построенный. Собственно, там больше трибуны, больше возможностей. Но здесь обязательно, так сказать, безбойная работа всех технических служб, системы кронометража. То есть не нужно тестирование. Я думаю, что мы это сможем провести. Поэтому я не исключаю возможности переноса. Но хочется дарить радость как можно большему количеству людей. Вход здесь бесплатный был. К сожалению, не можем по причинам ограниченности, так сказать, именно входа зрителей, предложить что-то больше. Но я не исключаю другого. Сейчас появилась хорошая практика, она была продемонстрирована в Херлинге. Установка бассейна в универсальном спортивном зале. Поэтому, может быть, мы к этому придем, тогда мы точно, так сказать, получим возможность продемонстрировать это не только всему городу, но и всем желающим. Но это может быть чуть более отдаленное будущее. Самая главная причина, благодаря чему в этом году был сделан значительный шаг вперед. Я имею в виду все турниры. Барселона, Универсиада. Да, мы начали действительно с побед на юношеском первенстве Европы, Олимпийский юношеский фестиваль, чемпионат мира, юношеский чемпионат мира взрослый. Соответственно, Европа, чемпионат Европы по короткой воде. Действительно, был в этом году очень удачный для спортсменов. Десятки медалей, много золотых. В некоторых видах мы доминировали просто откровенно и не оставляли никому никаких шансов. Это не случайно, потому что 4 года назад Федерация приняла курс на подготовку резерва собственными силами. Эта программа «Я стану чемпионом», она сейчас приносит плоды. И вот те дети, которые впервые были приглашены в этой программе, как раз имели возможность тренироваться с лучшими специалистами нашими эти годы. Соответственно, наша совершенно блистательная комплексная научная группа помогала новейшими методиками, разработками, обучала их тренерам. Поэтому это вот вылилось именно в хорошее выступление наших пловцов. Так что я думаю, на чемпионате мира в следующем году, мы будем выглядеть достойно. И эту программу будем продолжать, так как наблюдательный совет и будет ее поддерживать. И, собственно, я думаю, тот резерв, который мы начали готовить, он будет поддерживать вот эту высокую конкуренцию, которая рождает, на самом деле, высокие результаты. А заметен прогресс в результатах по сравнению с прошлым годом? Насколько прогресс, я имею в виду этот именно ваш клуб? Да, здесь было прям десятка рекордов установлено, соревнования и, соответственно, российский рекорд, поэтому от каждого года результаты все лучше и лучше. Но во многом зависит, конечно, от тех звезд, которые принимают участие, но уровень наших спортсменов значительно с каждым годом выше. Спасибо. Спасибо вам.